Великобритания на пороге апокалипсиса. Мировые СМИ сообщают о скором конце Туманного Альбиона. В ближайшую неделю остров погрузится в воды Атлантики после удара астероида, который приближается к Земле. Даже если космический пришелец с диаметром в 1 километр упадет в воду, это может вызвать гигантское цунами, которое снесет все на своем пути. Другой проблемой станет горячий водяной пар, который наполнит атмосферу после контакта раскаленного тела с океаном. Впрочем, большинство ученых уже устали повторять, что астероид пролетит в 50 миллионах километров от нашей планеты и представляет лишь чисто научный интерес. А в Британии, наверное, паника уже началась после таких-то публикаций.